Дорожная развязка из старых Химок в новые будет открыта в следующем году. Этот вопрос обсудил глава Химок Дмитрий Волошин с сотрудниками НПО «Энергомаш». На встрече также присутствовали глава Минтранса Московской области Алексей Гержик и генеральный директор предприятия Игорь Арбузов. В начале встречи вручили награды работникам «Энергомаша». Благодарственные письма от главы Химок получили два старейших сотрудника завода. Один из них – Владимир Разин. Трудится здесь 25 лет. Ощущение своей пригодности, своей профессии и, так скажем, на предприятии. Можно и отметить это событие в моей жизни. Сообщу внукам своим, даже правнукам, хотя и маленькие еще. Уже после награждения слово за Дмитрием Волошиным. Руководитель муниципалитета в деталях рассказал, как и каким образом будут строить Репинскую развязку. Нам не нужно сегодня переставлять какие-то дома жилые, то есть какое-то такое глобальное строительство огромное, да, при котором нужно переселять наших жителей или выбирать какой-то бизнес. Мы почистили 2 года назад земельные участки для того, чтобы мы могли спокойно к этой работе приступить. После ввода в эксплуатацию новой развязки время в пути должно сократиться почти втрое – с 30 до 10 минут. План уже составлен, необходима смета, экспертиза и разрешение на строительство. Эту работу планируют завершить к 1 декабря. И уже после – строительство развязки. Мы ставим амбициозные планы сегодня по вводу развязки в 2020 году. У нас есть небольшой временной запас, но тем не менее сегодня все силы брошены на строительство данного дорожного сооружения. Глава Минтранса Подмосковья рассказал о планах по строительству развязки на Машкинском шоссе. Также проектируем и в будущем году начинаем строить развязку на Машкинском шоссе. Я думаю, что это тоже вам будет очень интересно, поскольку эта ситуация, она как бы давнишняя проблема Химок. Вот. И вот эти вот два объекта, они на сегодняшний момент будут проектироваться, по сути дела, одновременно. После обсудили вопросы транспортной инфраструктуры в городском округе. Администрация Химок рассмотрит пожелания сотрудников «Энергомаша». Ксения Каретникова, Акраман Евлоев, Николай Забродин, служба новостей.